71 миллион рублей. В этом году выделено 40 миллионов на предоставление социальных выплат. В рамках данной меры социальной поддержки 10 семей самые нуждающиеся отбираются. И решение межведомственной комиссии, в состав которой входит у нас и уполномоченный по правам человека, и общественная палата, и Министерство образования, и наше Министерство социального развития. То есть эта межведомственная комиссия отбирает 10 семей, нуждающихся в предоставлении социальной выплаты во внеочередном порядке. Вот сегодня как раз состоится вручение именно таким семьям. Остальные денежные средства, соответственно, будут выданы тем многодетным семьям, которые стоят в порядке вот очередности, сформированной органами местного самоуправления. Я Анатолий, Николай, Петр активно участвуют в жизни школы и класса. Наталья не любит рисовать и не пить. Пока трое. Чтобы распорядились так, чтобы не пропали эти деньги, чтобы никто вас не обманул, если вещи называть своими именами. Обязательно в администрации посоветуйтесь, кому доверить можно, если вы строите. Если вы покупаете, ну там все понятно, да, но тоже надо проверить, чтобы не было там чего-то с этими квартирами.